Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Посмотрите, каким предметом я обзавелся. Посмотрите, что мы обнаружили в бане у моего знакомого. Обратите внимание, мы достаем вот такой сломанный саморез. А на нем накручено две ниточки с узелками. Если вы нашли у себя где-то такой саморезик, ну, например, нашли его за дверями, где-то за панелкой, либо нашли в брусе его, то не берите его руками. Вот этот предмет тоже не заизолированный, обратите внимание. Но я могу это делать, потому что у меня талисман есть на защиту.